самолет, все, идем садиться. Последствия потопа. Как холодно. И что? И она тебя, наверное... Че летит? Ты че рано так? Ты хочешь догнать бабушку с дедушкой? Да не переживай. Мы успеем, все хорошо. Так, короче, мы все собрались. Бабушку с дедушкой отправили, потому что у них такси быстрее вызвалось, они без детского кресла. Мы с детским креслом, нам немножко подольше нужно ждать. Сейчас их нагоним и в аэропорту встретимся, да? Все, готовы, едем. Угу. Едем, Ник? Волнуется. Я первый раз вижу, что Ника волнуется. Николь, не переживай, все отлично будет. Николь, что произошло? Мы первые приехали? Да. Угу. В общем, мы поехали по платке, родители по обычной дороге. Мы сэкономили 30 минут и на пару минут быстрее них приехали, хотя выезжали позже. Вся компания в сборе. Как доехали? Нормально. Все супер. Боль всех не крад. Ну что, let's go. Я понял, мне для вас, для всех, надо как у китайцев, флажочек такой. Чтобы вы никто не потерялись. Вот такой? Во! Вот такой флаг мне надо, чтобы вы не потерялись. Никто. Да, не Ника Фэмили флаг, точно. Самый энергичный — это вот этот вот маленький человечек, самый веселый. Потом я. Она постоянно Ладно, дедушка, вот он. Так, мы стоим на онлайн-регистрацию. Точно. Там девочки, а здесь мальчики. Точно, ты сказал, Ник. Мы сдали багаж. Сейчас пойдем проходить все контроли. И, наверное, все же успеем заглянуть в бизнес-зал. Николь, прошли? Да. Кого ждем? Бабушку, дедушку? Да. Да? Да. И уже надо идти на самолет. Да, мы так вообще, мы думали, что в бизнес-зале посидим, а в итоге, пока все прошли, уже на самолетик надо идти садиться. Ты в курсе? Наша большая компания идет куда? На самолет. Все, идем садиться, ура. Вон не все остальные. Все на месте. Мы сели в самолет. Это моя жена. Это моя дочка. У нас льет дождик. Да, Николь? Нет, мы еще не летим. Немножко жарковато. Мы разместились. Девушка нас не хотела сажать. Хотела, как нас система посадила, разбросала по всему самолету. Пришлось очень упрашивать людей, да, чтобы вот нас трое посадили. Вот тут дальше трое сидят. И Толя вон там вот сидит один. Одинешечек. Он рядышком. Мы уже идем на паспортный контроль. Ника выпросила коляску. Ник, зачем тебе коляска? Сказал, короче, она ногами не пойдет. Все, вот она принцесса, везите ее. Да? Мне тоже везите, я тоже принцесса. Тебе тоже коляска? Я в розовом, да. Тут вот затопило последствия дождя. Сели в машинку, едем в наш отельчик. Никуся, бабушка Ира. Меня не посадили вперед. Костя у нас впереди. Он знает дорогу. Мы тут приехали в отель. Вон там Костя заселяет нас, а мы тут пьем сок. Ника бегает. Так, готовы? Готовы? Итак, это наша гостиная. Балкон, Ник, пойдем. Смотри, балкон. Слушай, ну супер. Ну как вам? А это что, канал какой-то, да? Ну, это да, каналы, ну, в море выходит.
обозрения. Угу. Там колесо обозрения видно. Тебе нравится? Пляж там, да. Да. Мне нравится, не то слово. Это все наш номер. А теперь где мы живем? Пойдем. Первая. Так, кто занимает? Это наша. Все, нет. Наша, Ник. И наш спальня. Так, пойдем. Это вторая. Вторая спальня. Иди проверяй. Нет, 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 Ника, мы здесь. Почему? А, ну да. Здесь самая лучшая кровать. И еще плюс этого отеля, здесь очень классная косметика. Это, конечно, наверное, должна была сказать Ася, но даже я в приятном удивлении. Все пошли в заплыв. Бабушки с дедушкой вон там уже плавают. Алена вон уже у буйков. Они первый раз. Посмотри на их счастливые лица. Замерзшие в Дубае. Нет, тут тепло, а там холодно. Да сейчас привыкнешь, нормально. Не, ну вода прям для Дубая прохладная. Не, я так не умею. Ух ты. Я так вот так могу. Давай, показывай. Ничего себе, там Ира уплыла. Ну что ты? Сидишь, в песочек играешь. Холодно тебе. Знаю я тебя, холодно. Ась тут, посмотрите, как устроилась. Взяла себе креселко и лежит, загорает, смотрит с видом красивым. Солнышко у нас прям в зените. Вот. Ника все из воды никак не вылезает, с бабушками играет, прыгает. Так, у меня есть одна замещающая меня сила, которая катает... Лошадка, да, которая катает Нику. А ты можешь катать меня? Вот. Тебя также? Давай, запрыгивай на плечи, садись. Вот. И мы решили с моря переместиться на бассейн, потому что море немножко грязноватое, да? Ну да, я не очень люблю, если есть выбор бассейн или море, мы всегда не, оно не грязное, но просто вот там маленькие-маленькие кусочки пластика плавают. Прям вот, не знаю, неприятный. Эстетический вид точно портит. Вот. Тут так красиво, в теньке пальм. Мы пришли в бассейн, и Ник сразу говорит, хочу нырять. Посмотрись. Готово. Раздохнем. Давай. Раз, два, три. А теперь давай сама. И что? И она тебе, наверное, пикапится. Молодец. Так, в общем, вот такой стол. Сейчас нам будет вкусно. А, овощи еще положили. У нас есть макарошки. У Ники макарошки, ребят, не думайте. Макарошки с мяском, овощи. Все тогда, всем приятного аппетита. Будем кушать. Да. Итак, выступает Ника. Я Пикачу. Я Пикачу. Я Пикачу. Я Пик. Ника тут. Мы поехали сейчас всеми на Бурдж-Халифа, вызвали себе машинку. Мои родители там сзади. Папа наш там впереди один. В общем, мы всемером разместились. Да, Ник? Ник. Она спит еще. Она спит еще, как и я. В общем, едем на Бурдж-Халифа и на фонтанчики. Да. Мы уже подъезжаем. Вот она, башенка торчит. Тут прям небоскребы, так все красиво. Солнышко у нас закатное. Ника балуется, вон привет вам говорит. Наконец-то. Нам тут люк любезный водитель открыл. Посмотрите, вот оно во всем великолепии. Мы доехали, прошли молл. Что-то прям очень много людей. Нам есть чем сравнить. Мы приезжали в разные временные рамки, скажем так. И сейчас очень много. Вот, еще раз покажу Бурдж-Халифу всю. Здесь у нас фонтанчики, все ждут, когда заиграет музыка. У нас закат, солнышко садится.
И мы, как обычно, хотим обойти всю эту толпу и зайти вон там сзади, потому что там никого не будет. Мы тут сделали остановку, потому что Ник хочет потрогать фонтан, руки помочить. Тихо, уже по тебе пойдем. Хватит. Вот такой у нас все вид. Бабушка, уходим потрогать водичку. Я думала, ты останешься в стороне без водички. Может, пойдем на травку? Эй, ты что, мне руки вытерла? Ты смотри, Ась, смотри. Уху! И мы снова на шоу фонтана. И все снимают, все сразу блогеры. От Балька рекомендации, если хотите спокойно посмотреть шоу фонтанов, можете выйти из мола и вот так вот по кругу обойти все. И здесь будет спокойно посмотреть, и очень близко можно подойти. Ник, чё летит? Снимаю. Дело! Пряси за дедушку. Так, взяли, короче, вот такую штуку. Стоит 50 дирхам. Вот. Ника довольна. Давите меня-то. Хотят меня задавить. Кого-то хотят все время задавить. И 20 минут, короче, удовольствия вашего ребенка. Так, Ника маму прогнала и ездит сама. Одна. Поставил ноги? Радостная. Гоняет тут круги, наяривает. Далеко они прям уехали. Катаются там. 20 минут, кстати, долго. Казалось, что быстрее время пройдет, но нет, прям долго-долго. Смотрели мы шоу фонтанов, 3 раза уже посмотрели, пофоткались, все сделали. Ник на машинке покаталась. Мы большие молодцы, да, Николь? Даже закончилось. Да, даже закончилось время катания на машинке. Вот, куда идем, Ник? Кушать? На машинке. Да? Да. Да. Вам понравилось шоу фонтанов? Нам все понравилось. Все, идем тогда кушать. Все довольные и счастливые идут кушать. А мы пришли на ужин всей семьей, все. Николька, он уже кушает. И только посмотрите на наш стол. Это моя тарелка. Это общий стол. У нас лобстер, краб, еще лобстер, креветки, гребешок. И все ждут моего разрешения, когда я сниму все. Все, всем приятного аппетита, давайте кушать. А еще у нас вот такой вот замечательный, шикарный вид. Здесь плавают вот такие лодочки, все подсвечено и красиво. У нас тут вечер, все покушали и играют в игры. Ник, во что играете, Ник? А правила игры расскажешь? Короче, верчу на пёрстке. Давай. Девушка то ли гадает. Короче, вы кто чем? Кто этот крутит? Дедушка то ли гадает? Да, Ник, ты в наперстке играешь. Кто звонок? Дедушка звенит. Давай покажем, как играть надо. Крути. Я пришел снимать. Ага. Так, понеслась. Такую? Почему? Там стрелка на другой же. Давай, как сказал начальник. О, Ника первая, бабушка Ира вторая. Подожди. Третья. Какую делаем? А ты, Толя, не играешь, потому что проигрывать не умеешь. Не хватило. А, я думаю, ты проигрывать не умеешь. Я не делаю. Я с Никой буду.